на жизнь в роскоши и в богатстве, на град или снег, на Новый год в Тенгри. Если именно 1 января или 14 января увидели град или снег, особенно там, где он маловероятен. Еще сильнее град и ливень одновременно. Это даст богатство и счастье одновременно. И знак очень редкой и сильной удачи. И только если сами это видели и под него попали. Иначе это проиграется, но слабо. Он должен прийти внезапно, неожиданно, с ясного неба. Если еще есть молнии, то это будет сверхбыстро. Сказать момент града. Тенгри, отвори небеса, услышь меня. И продолжить. Богатством и роскошью надели меня. Я чудо вижу в Новый год. И как чудо богатство мне пошли. Меня богатством отдари. Жизнь в роскоши пошли. Прошу, заклято. В течение полугода придет чудо. Помимо богатства, повторить на новогодний декор. Это юг, пальмы, первое число, солнце после солнца, начинает падать град сильный, вместе с жутким ливнем. Это именно 1 числа. Совершенно неожиданно. Крупные с вишню проверяли. Богатством и роскошью надели меня. Я чудо вижу в Новый год. И как чудо богатство мне пошли. Меня богатством отдари. Жизнь в роскоши пошли. Прошу, заклято.